Сначала мы готовим корж для чизкейка. Для этого разминаем бананы в пюре. Можно использовать блендер для этого. Добавляем к бананам фруктозу. Перемешиваем. Затем добавляем растительное масло и снова все хорошенько перемешиваем. Потихоньку высыпаем муку к нашему банановому пюре и вмешиваем мягкое, нежное и очень эластичное тесто. Смазываем форму маслом. Если у вас силиконовая форма, то этого делать не нужно. И выкладываем наше тесто в форму и распределяем по стенкам и по дну, чтобы из теста получилась чаша. В эту чашу мы потом будем выливать начинку для чизкейка. Тесто накалываем вилкой, чтобы оно не пузырилось во время запекания. И в заранее разогретой до 220 градусов Цельсия духовке выпекаем 25 минут. Затем достаем корж и оставляем его остывать, а сами готовим начинку. Для начинки мы смешиваем в небольшом ковшике или в кастрюльке сливки, фруктозу и агар-агар. Перемешиваем смесь и
варим на умеренном огне до закипания. Даем чуточку прокипеть и снимаем с огня. Пока у нас сливки закипают, мы будем заниматься приготовлением другой части начинки. Плите у нас греются сливки, мы пока перерыем клубнику блендером. Должно получиться однородное клубничное пюре. Смешиваем клубнику и творог. И снова взбиваем блендером, чтобы не было комочков. Готовую клубнично-творожную смесь мы сразу же выливаем в сливки, которые только что закипели. Постоянно помешиваем. Из сливок у нас получилось вот такое желе. Нужно поскорее все перемешать, пока желе не застыло. Когда начинка станет однородной, сразу же выливаем ее в остывший корж. Не даем ей застыть. Она должна застыть в корже. Выливаем и разравниваем аккуратненько. Ставим чизкейк в холодильник на час, чтобы все сцепилось и пропиталось. Затем достаем чизкейк, аккуратненько вынимаем его из формы. Можно просто опрокинуть форму. И украшаем по своему вкусу. Я украсила клубникой и бананом.